Из Уфы шла антигитлеровская агитация. Члены исполкома Коминтерна каждый день выходили в радиоэфир с агитационными передачами, которые транслировались на 18 языках. Редакции и радиорубка находили в здании Дома связи на улице Ленина, где сейчас располагается уфимский главпочтам. Сам сигнал передавался с помощью радиовышки, стоявшей в деревне Глумелино под Уфой. Сводка с фронтов, доносящаяся из репродукторов по всей стране голосом легендарного диктора Левитана, проходила именно через эту радиовышку. Антифашистские передачи из башкирской столицы слушали практически по всей оккупированной Европе. Сигнал доходил до Америки. Строительство радиовышки Коминтерна или РВ-1 велось в условиях строжайшей секретности и было выполнено в кратчайшие сроки. Рабочие, которые рыли котлованы и монтировали конструкции, до последнего не знали, что именно они возводят. Добровольцы считали, что копают траншеи для обычного телефонного кабеля. После окончания Великой Отечественной войны радиовышка Коминтерна продолжала исправно служить вплоть до 2004 года. Спустя еще 3 года объект был взорван. Сейчас на месте такой ненавистной властями фашистской Германии вышки располагаются жилые дома. Рассказывает Алексеева Тамара Петровна. Твоей маме. Многого не знаю, но то, что знаю, расскажу. Мама родилась в 1919 году, была рождена. В армию ушла. Малограмотная. Кончила она всего 4 или 5 классов в то время. В армию ушла, ей было 22 года. Прослужила она в армии в автоколонне. Документов не сохранилось, подробностей больших не знаю, и она сама очень не любила рассказывать о себе. Но я понимала, что я еще маленькая, я родилась только в 1945 году. Была маленькая, многого не знала о ее много жизни. И рассказывать она не очень любила. И поэтому, когда я подросла, начала понимать, спрашивала ее, но она мало чего рассказывала. Так иногда вскользь что-то прослеживалось, что она служила в автоколонне, была шофером, возила боеприпасы на линию жизни, на линию фронта, боеприпасы. И вот один момент я помню, значит, бомбежка, страшно, война же идет, а дороги же все обстреливаются. И вот бомбежка сверху, самолеты, значит, обстреливают дорогу. Она, значит, бросала, говорит, бросаю машину и куда-нибудь, в какую-нибудь яму, там в кувет какой-нибудь пряталась. Улетают, дальше садится, если машину не разгромили, дальше садится за руль и дальше поехала. Вот таким образом она прослужила 3 года. И вернулась, значит, и вернулась домой, вот, я родилась. Так она прожила всю жизнь, работала, много работала. Была труженицей, что называется. Хотя и образование не имела, но постоянно без работы не была. Меня кормить надо было, папы не было. С фронта он как бы приезжал, соседи мне рассказывали, что отец мой приезжал. Ну, а мама не согласилась с ним поехать. Осталась с бабушкой дома. Побоялась, видимо. Страшно было остаться одной без поддержки родных. Вот так она прожила. Жила долго. Долго жила. Ей было 89 лет. Она умерла на 89-м году. На моих руках умирала. Женщина была очень порядочная. Воспитанная, можно сказать. Хоть большого образования не имела, но интеллигентом не назовешь. Она работала в книжных магазинах в основном, связана была с литературой, любила читать. И меня приучила к чтению. У нас было много книг. Вот так прошла моя жизнь. Мама умерла, я теперь одна. Вот то, что я могу сказать, вот только это.